Татарстане и жители Татарстана, и, скажем так, эксперты, которые здесь работают и специализируются на этой тематике, предполагают, я сейчас процитирую, что идет спланированная кампания по уничтожению Миниханова как лидера Татарстана. Как вам кажутся такие идеи? Как вы можете их прокомментировать? Ой, вы знаете, лингвистически эта фраза звучит просто страшно. Знаете, вот я вижу какой-то такой заговор мощнейший, так, нити его тянутся в разные регионы, за границу, значит, и цель этих структур, этих людей сделать так, чтобы Рустам Миниханов не был главой республики, чтобы он потерял свой потенциал интеллектуальный, организационный. Нет. Я хочу сказать, что можно, конечно, посмеяться. Мне вообще было бы любопытно хоть посмотреть на фамилии и лица вот этих экспертов. Я думаю, что они делают большую ошибку. Миниханов, как руководитель Республики Татарстан, одного из важнейших экономических и политических центров современной России, человек, которому доверяют в Кремле, доверяет лично Владимир Путин, он отработает еще длительное время.